Комитет Держконтроля Гомельской области завершил масштабную проверку стану безопасности у школах региона. Специально створенные межведомственные комиссии проинспектовали каждую установу на предмет обеспечения у них належных умов нахождения школьников. Выники мониторингу подвели сегодня на коллегию областным комитете Держконтроля. У листопаде, снежне минулого года рабочие группы в составе 350 представников разных органов проверили 527 школ. Недохопы и порушения выявлены амаль у кожной, за выключением четырех установ. Сярод основных зауваг – неналежный технический стан конструктивных элементов будинков и инженерных систем, невыконание супрацьпожарных норм и санитарно-эпидемиологичных потребований, незабеспечение у полном объеме громадской и дорожно-транспортной безопасности. Ликвидование порушений и недопрацовок будет проходить под пильным контролем комитета. И в отношении всех отделов образования, горисполкомов направлены комитетом государственного контроля рекомендации об устранении нарушений. Все они находятся на контроле. Мы будем тщательно отслеживать их выполнение. Кроме того, председателям райисполкомов направлены информации для принятия мер по наведению надлежащего порядка и привлечения виновных к ответственности, потому что установлены факты безответственного, будем говорить, отношения отдельных руководителей школ к своим должностным обязанностям. У порушения потребований законодавства не во всех школах региона проводилось доследование будовнейших конструкций. Это необходимо робить не ради, чем раз у 5 год. А по факте только у 16% установ маются выники своечасовых экспертиз. Однако и тут рекомендации по проведению ремонтно-обновленческих работ выполнялись частково.